Здравствуйте, меня зовут Вадим Климов, я автор программы «Афиша», в которой мы говорим о культуре в городе Барнауле. Как-то вечером, подъезжая к городу, я заметил, какой город темный, на что друг мой пошутил во всех смыслах. В каждой шутке есть доля правды. Наша задача – пропаганда культуры, которая все же есть в Барнауле, есть музеи, театры, филармония и даже местная литература. Одно время публике казалось, что в Барнауле много картинных галерей, ну просто они открывались одна за одной и создавалось впечатление культурной активности. Изобразительное искусство в Барнауле – особо любимая тема в нашей передаче. Мы стараемся не пропускать выставки изобразительного искусства. Сегодня мы покажем, как проходило открытие выставки молодых художников города Барнаула в галерее изобразительного искусства «Республика ИЗО». Собрание – это выставка, в которой участвует около 100 молодых художников города Барнаула возрастом от 15 до 35 лет. Выставка многообразна, насыщена. Как обычно, открытие прошло ярко. В 2015 году на открытии было много экспериментальной электронной музыки. Говорить о произведениях искусства и о художниках я не стану. Сегодня мы не говорим, мы показываем. Thank you.
точно клёв будет, вдруг всё точно взвесил, с него не убудет жирный. Дамы и господа, когда вы слышите, что вам говорят: «В наше непростое время сейчас не до искусства», знаете, вас обманывают, в мире нет простого времени. Если думать, что искусство – это развлечение, и все время откладывать поход в музей, в театр, в картинную галерею или на концерт на лучшие времена, то можно все пропустить. В драмтеатре открыли сезон. Премьеры «За двумя зайцами». В молодежном театре «Алтая» скоро премьера «Сказка о царе Салтана», а в театре «Музыкальные комедии» «Труффальдино». В выставочном зале Союза художников выставка к столетию известного педагога и художника Алексея Ивлева, а в республике ИЗО собрание 3. Кино. «Бегущий в лабиринте испытаний огнем», «Эверест», «Стажер», «Конец прекрасной эпохи», «Воин», «Легенда», «Марсианин», «Прогулка», «Пен», «Путешествие в Нетландию». Всего доброго, творческих успехов. «Такси Европа», запомните номер телефона, они всегда рядом. Вызови такси. 400700. Тихо, маму разбудишь. Здравствуйте. Вас приветствует служба заказа «Такси Европа». Потише, детей разбудишь. Мы всегда рядом. В любое время, в любое место. Справедливые цены.